удивительное явление. Вот пески, ну сами пески, они, конечно, не удивительны. И вот эти лиственные деревья, они тоже не удивительны. А дальше вот виднеются сосны среди песков. Это, конечно, удивительно. И это место находится недалеко от станции Шалкар. Узловая станция. Зимой я эти пески снимал. Теперь вот лето. Начало лета. Здесь там вся месть просто вот такие истинные растения. А вот теперь уже начинаются сосны. Небольшими группками, где-то 7-10 деревьев. Вот сколько глаз хватит, да, вот даже вдаль вот. И все это пески, и среди песков вот растут сосны. Ну, рядом еще появились еще какие-то другие виды растений. Вот жигида я вижу, там еще какие-то лиственные растения. Корни прав, наверное, и кустарников вот за.
для меня это красиво.